вообще уже находится в зале славы и на Лиге ВТБ. Но то, что Томас Эртель по своему звездному статусу на Хакин, он стал самым результативным игроком в первом матче, в матче против Уникса, набрал тогда 18 очков и забил все 5 трехочковых попыток. Но Зениту это тогда не помогло. Трей Томпкинс снова берет инициативу на себя и на... Какая классная передача на Трея Томпкинса. Ну, думаю, что таких ассистов мы с вами от французов. В любом случае, вот эта разница в 7-8 очков держится очень продолжительно. Сейчас, конечно, Томпкинс забивает. И сейчас уже молодец в чемпионате. Посмотрите, как он классно начинает новый сезон. Так, и Зенита Томпкинс. Корзину. Вот так вот Зенит двумя носками. Возможно, и Зенита. Выйти вперед, Эртель. На фрицона. Жал Тайлер Аквай. Томпкинс снова один на периметре. И снова забивает Трей. Что творится? Далее.